Хей, йога, с помощью Мики мы продолжаем проходить игру под названием Вупу. Короче, мы обнаружили новую, ну, вот этих главных врагов. Вау, похоже, что здесь живут франкеры. Но как это вообще возможно? Разве ваши предки не избавились от них? Я также запутался, как и ты. Я знаю, Кар. На всякий случай, если мы хотим исследовать это место, нам понадобится маскировка. О, почему бы ты не носишь тот горшечный шлем, который ты нашел давным-давно у Фредди? Я уверен, что он тебе идеально подойдет. Значит, они пока что ко мне дружелюбны, пока на мне горшок этот. Почти мертвая вечеринка. Эй, что за трусливая походка? Похоже на сумасшедший танец. Он исполняет? Хм, я видел тебя здесь раньше. Где вы копаете грязь? Специальная секция, нижняя секция, верхняя секция. Что? Это довольно... Это должно быть что-то новое. Это рядом с секцией Бларф. Да, это оно. А, понятно. Так, как тебя зовут? Бламу... Фнек... Рам... К нам. Рам. Рам и... Рамгел. Рам... Рамко. Рамка? Не слышал. Какое твое второе имя? Брат Зип. Да, продолжай. Зип Зак. Зип Крафт. Зип Боф. Зип Зак. А, ладно. Приятно познакомиться с тобой, Рамко Зип Зак. Я думаю, что я слышал некоторые хорошие вещи о тебе, Зип Зак. Теперь я голоден. Когда мы займем место, шеф-повар Франкуара? Фрэнк, мы не можем просто рассказать наш план всем. Ой, упс, я забыл об этом. Итак, что нам теперь делать с Рамком? Не волнуйтесь, этот парень Зипзак всегда держит рот на замке, не так ли? Абсолютно. Видите, у вас... Хорошо, идемте. Ладно. Приветствую. Вы выглядите странно. Приветствую. А вы видели себя? Я думаю, я не встречал вас прежде. Я Банк Хренг. Я исполняю желание. Что вы ищете? Ответы. А что вас беспокоит? Кто построил это место? Почему франкеры здесь? Почему вы здесь? Я всегда был здесь. Я не могу никуда идти. Я лицо горы. Мне нужно, чтобы меня кормили. Может принести мне грязи. А что вас беспокоит? Почему франкеры здесь? Франкеры здесь были некоторое время. После того, как Блайки ушли прочь, некоторое время я был очень одинок. И было очень темно. Я долго плакал, пока вся грязь не опустилась, и надо мной открылась дыра. Позднее фнекеры упали в эту яму. Они очень хорошие, они кормят меня грязью.
Как построили... Тут так, кто построил это место? Ой, я знаю это. Это место было построено давным-давно Блайками. Я знаю это, потому что я был там. Расскажи мне о них. Блайки были первые расы, способные к развитию. Им также очень нравилось строить. Это хороший вопрос. Я не могу сказать, что знаю точно, как это работает, но они знали, как призывать Редов Кнеда. Они построили храм для Редов Кнеда, где они торгуют едой в основном с Блайками. Но мне не нравится Редов Кнев. Мне нравится грязь. Что случилось с Блайками? Произошел инцидент. Эй, вам нравится грязь? Я бы хотел съесть еще грязи. Может, мне ее подаст? Мы сможем встретиться снова. Я думаю, я не встречал вас прежде. Я Банкрик. Я исполняю желание. Что вы ищете? Богатство. Богатство? Вот нужны деньги. Сколько денег вы хотите? Хорошо, я могу дать вам это. Но сначала вы должны покормить меня грязью. Хорошо. Мы сможем встретиться снова. Окей, так, грязь у меня по-любому нету, да? А если, подожди, я сниму, на меня все нападут, так ведь? Желательно куда-то дойти и сохраниться. Вау. От этого места с ума можно сойти, правда? Я запутался во всем. Мне страшно. Я знаю, это смешно, Кар. Ты видишь это гигантское лицо? Что происходит? И все эти френкеры... Знаешь, я просто пришел к выводу, что мы оказались на дне воронки. Теперь, когда я вновь думаю об этом, это все обретает смысл. Странно, что мы предположили, что все френкеры просто исчезнули, когда их сбросили туда. Но ты думаешь, что они построили это место? Я очень сомневаюсь в этом. Френкеры не способны такое построить. В любом случае, это место вселяет в меня ужас, Кар. Я не думаю, что Фрэнкер единственный, кто когда-либо был здесь. Блин, так много вопросов. В любом случае, давай выясним, что это за Кар большая картина. Фу, почему ты выбрал меня? А тебе ужасно пахнет. Это было слишком грубо. Прости. Почему ты плачешь? Ну... Привет, ты Вум? Что ты здесь делаешь? Я пришел с миром. Я расследую тайну. Я пытаюсь найти дом. Ты пришел с миром? Почему? Ты, наверное, замышляешь что-то злое. Как все Вумы. Мы, Фрэнкеры, заслуживали того, чтобы править планетой, а вы это знаете. Блин, я даже не знаю, зачем мы говорим друг с другом. Мы заклятые враги, и я имею в виду, Фрэнкеры и Вумы не могут быть друзьями. Почему нет? Ты серьезно? Тебе не волнует, что я Фрэнкер? Не очень, ну, ты немного пахнешь. Так, вы... Позволили бы нам править миром? Нет? Блин. Видишь, все в уме невежественны. Не все же.
Но все же, обычно бы я из-за... Так, я бы ни за что не уходил со своего пути, чтобы иметь какие-то дела с Вумом. Но увидев, как обстоят дела, видишь ли, после многих лет игры в грязи, я понял, что хочу посетить спальные комнаты в улье Франкеров. Ты знаешь место, куда идут все Франкеры внутри этой уродливой башни? В любом случае, дверь охраняется Франкерами. И хорошо, чтобы войти, тебе нужно кричать. И очень хорошо. Всякий раз, когда я пытаюсь войти, это раздражает. Я не могу проверить, что я говорю это с тебе. Но все Франкеры начинают смеяться над моим криком. Они говорят, что так высоко преданный или как-то так. Вум, ты не знаешь, что это такое? Когда Франкеры высмеивают тебя, они смеются в течение нескольких дней. Хотя, подожди, ты должен знать, точно, это чувство. Вумы, вероятно, намного хуже. В любом случае, я думаю, что я могу потусоваться с тобой хотя бы какое-то время. Ты не продержишься и дня без моего помощи. Ты, очевидно, даже не понимаешь, насколько опасно для тебя прийти сюда. Эх, круто. Ладно. Это странно. Что я делаю? В любом случае, давай продолжим то, что ты делал. Пойдем. Идем. Так, рабочее какое-то место. Это вход в улей Франкеров. Здесь его довольно много Франкеров, так что убедись, что никто не заметит, что ты это знаешь. Но не беспокойся, ты можешь носить меня. Я прикрываю тебя этим прекрасным ароматом Франкера. Если ты носишь меня или другой шлем Франкера, ты будешь в безопасности. А, то есть они, получается, в какой-то степени слепые, да, но не ощущают по запаху. Я с ними сражаться не собираю, поэтому... Рычаги, ты можешь дергать их с помощью шапки попа? Ага. Чистый блок — это хорошая штука. Так, сорян, но походу... Так, давай я тебе, наверное, на... Так. На двойку поставлю. Вещи, рычаг. Воу, ты слышал это? Звучит так, как будто центр здания только что сместился. Он двигался как большая головоломка. В этом месте есть какое-то странное ощущение, тебе не кажется? Как будто оно имеет ответы на все. Мне стало любопытно. На все. Давай дойдем до дна. Точку. Или буквально давай попробуем поднять эту платформу до конца, чтобы мы смогли понять все. Кар. Так, лампа, подожди, давайте на шестерку поставлю. Хотя что мне на пятерке? Мне кажется, на пятерке ничего. Пускай будет на пятерке. Странная херня, блин, мне интересно, а если бы я... Напалили бы они на меня, но по-любому, если... Ладно.
как эту херню запустил, да, нездоровую. Эта херня вообще нездоровая. Так, теперь главное понимать, куда мне идти. Не, теперь это я понимаю. Что мне в сраной шапке ходить? Не зря у меня тогда хп были не полные. Так, вещи, давай, наверное, тебя назначу на шестерку. Ау, прожарочка. А, вон оно что. Это как будто путешествие между временами. Ну или что-то типа того. Так, а чё у меня вообще на четверку это? Сейчас пробежимся, там посмотрим. Чё так сложно? Мне нужно, наоборот, вверх поднять или вниз? Сложно. Эту херню нельзя убить электрическую. Thank you.
Уйди в сраку, слышь? Я лучше туда пойду, там полегче. Я не знаю, как туда попасть. В натуре? Сложное место. То, что оно непонятное. Оно непонятное. Нихуя. В каком месте состоянии оно вообще должно быть? Тоже вопрос. Просто как мне попасть ниже? Просто вот легчайший вопрос, как попасть ниже? А, ну ладно. Окей. Более-менее вопросов уже нету. Ну тут бегать не пиздец сколько. Страшное место. Главное, чтобы свечка не потухла. На остальное посрать. А, да, точно. Надо будет сейчас подняться наверх и... сохраниться, чтобы шапку восстановить. Либо она сама восстанавливается. Так, 25 минут. Ага. Ага, и наверх я тоже же не попаду. Ну, ладно, поехали. О, я еще не шипал. Что я получил?
же такое, ради чего я это? Где мои свечи ебаны? На шестерке. Как сюда попасть? Так, до сраки. Так, бежали. Как мне тогда это дело провернуть? Как мне это тогда провернуть? Давайте немного сейчас подумаем. Мне как-то нужно с той стороны, получается, подпереть. Но я больше не знаю, где тут можно что поднять. Но мне нужно все остальное поднимать, получается. Давайте сюда. Тогда я вообще фиг знает, что делать сейчас. А хотя, подожди. Куда ты меня приведешь? Из открытой двери? Значит, мне нужно активировать и прибежать сюда, я так понимаю? Так, по идее, там не должно быть дверей. Как мне двери открыть? Как мне сюда вот проход открыть? А, вот как мне делать огонь получше. На него дуть можно. Хе. Ладно, на что оказывается? Оказывается, их даже можно уничтожать. Я-то думал. Ух ты ж, ё-моё, куда я спустился? Это... видео, да? Ну, это, наверное,
просто. Ну-ка. Ритуал. Я все открыл двери. Походу, да, давайте наверх поднимемся. Я хочу посмотреть. Если я все двери открыл, тогда здесь тоже должны были двери открыться. Пока не пошел далее. Еще не туда зашел, сука. Да, проход открылся. Так, осталось понять, что это вообще такое. Это походу босса, да? Но мне не хватает каких-то участков. Либо мне нужно иной сделать на запуск. Глупые призраки. Ну и налево. Что это, Кар? Выглядит как место, где совершают ритуалы. Ну, по крайней мере, здесь я узнаю некоторые знамена, которые мы видели в храме. Не знаю, что происходит, но ладно. Так, осталось... Так, осталось понять, что мне нужно туда, да, запихнуть. Ну, сейчас попытаемся понять. Так, где мой ритуал? Блять. Ритуал, ритуал, ритуал. Короче, мусор, вода и еда. Это еда, это вода, это мусор. Thank you.
по 5, скидка по 5. Так, ладно, вот это я попал. Сюда нужна еда. Приветствую. Прошло очень много времени с тех пор, как меня официально приглашали в этот мир. Спасибо за ваши жертвенные предметы. Особенно мне понравился съедобный предмет, который мне вы принесли на этот раз. Взамен вашего тела я принесу новый дух тем, кого вы потеряли. Теперь я должен вернуться в Кренкруту и продолжить строить мир для своих духовных обитателей. Я благодарю вас за ваш вклад. Возможно, ваши мифы однажды соединятся в миры. Прощайте. Фух, это было страшно. Огромный поток грязи, пожирающий весь наш город. Вы кто? Вы выглядите иначе. Я из будущего. Я Вум. Вы не Блайк, как мы. Вы знаете, сохранил ли город? Вроде. Структуры города построены Блайками. Блайк считает, что они нарушены. Вы сейчас там живете? Нет, Франкеры живут там сейчас. Франкеры? Блайк не знает, а Франкеры должны быть люди из будущего. Кто-нибудь еще живет в городе? Банкерт? Ганская морда? Бранкерт? Конечно. Бранкерт может спросить его, что делать. Бланкер всегда говорит, что знает, что лучше для Блайков. Блайк помнит, что мы все Бланкеры кормили грязью. Предполагает ли Блайк, что Бланкер имеет какое-то отношение к потоку грязи? Блайк? Мы кормили его бесконечно, но Бланкер всегда хотел еще. Должно быть, в какой-то момент это стало слишком много. Блайк прав. Бланкер уничтожил всю нашу цивилизацию. Это звучит ужасно. Франкеры тоже кормят его грязью. Блайк волнуется, что это повторится. Теперь Брайк знает, что Бланкер до сих пор жив. И мы не должны допускать кормления Бланкера любой ценой, иначе весь мир будет снова раздавлен массивным потоком грязи. Блайк поговорит с Бланкером. Может быть, мы сможем разобраться с разговоре с глазу на глаз? Что насчет Франкеров? А что насчет Франкеров? Они будут нападать на нас. Они могут быть очень агрессивны. Это плохо. Брайк хочет разговаривать только втроем с Банкретом. Мы должны заменить Франкеров и в другое место. Есть ли у вас идея, как это сделать? Я не знаю, как их завлечь. Может быть, едой?
Может быть, франкеров можно заманить едой. Я постараюсь что-нибудь придумать. О, прежде чем Блэк забудет, у Брака есть что-то, что пригодится вам. Брак использует мелодию для активации вещей. Эти инструменты может производить 5 различных нот. При правильной комбинации Ву может активировать технологию Блайков. Вам может изменить нот, используя ВСД. Комбинация нот обычно отображается на устройстве. Вам должно быть в установлении открыть дверь эту комнату. Так, подожди, хочешь сказать... Давай на шестерку на что? Свеча, да. Вы справились? Ну там, блин, пробел нужно сшать. Теперь давай найдем способ, чтобы заманить тех фрэнкеров. Теперь у меня еще плюс они вдвоем. Но способ мы навряд ли найдем, конечно. Ну примерно что мне делать, я знаю. Нам еще в улей нужно будет зайти. То, что мы еще в улей не были. Мне кажется, мы, в принципе, можем уже потом сыграть это. Сейчас пойдем в улей. В улей там все понаделаем, что сможем. Я смотрю, там... Все же в основном в улей бегут. Как говорил нам этот малой, да? Погнали в улей тогда. Нафиг надо, и погнали уже просто засейвимся. Ну, мы хотя так и засейвились. Привет, что вы хотите? Купить, продать, снизу там проектор. Здравствуйте, кто здесь? Я плохо вижу. А, Алис Фрэнкер, и я хочу поделиться с вами своей мудростью. Если вы собираетесь править миром, мы, Фрэнкеры, должны начать с какой-то момент звонить. Странно. Кто это? К сожалению, я не знаю их. Почему тогда вы носите такую же шляпу? Эту шляпу я честно и справедливо ее нашел. Что насчет проектора? Что? О, я не знаю, что это. Я никогда не использовал его. Вы знаете, как это работает?
за фигню? Думаю, в этом есть смысл. Хорошо, если найдешь, дай мне знать. Ладно, давайте, короче, на этом, я думаю, закончим все-таки. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. В следующей серии мы посмотрим с вами те фильмы, которые мы нашли. Пойдем дальше прямо, ну, вправо. И придумаем, что дальше делать. Поэтому... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.